Когда мы смотрим фото на телефоне, мы просто смотрим фото, а сам телефон видит всю информацию об этом фото. Это данные EXIF. Ориентация, разрешение, дата съемки и так далее. Я специализируюсь на кошмаре телекоммуникационных компаний и вписываю некий код вместо части данных. Когда программа это читает, на месте даты съемки она видит мой код и глючит. Благодаря этому багу я могу влезть в телефон и подключаться к его камере и микрофону.